это. Нужно как-то отключить механизм. Тут еще один замок с другой стороны. Якова опередил свое время. Будь внимательнее, Лара. Теперь нужно поднять это наверх. Главное — рассчитать время. Монголы все разрушили, и город... погрузился во льды. Oh.
Теперь нужно поднять это наверх. Главное — рассчитать время. Разработанные Византией. Старый город неподалеку. Лара, мы на горе над ледником. Троицу видно? Да, они начали взрывать лед. Я вхожу в старый город. Послушай, Софья, не спеши их атаковать.
Мы подождем. До связи. Теперь он углубился в землю русов. Такое чувство, что он дразнит меня, подпустит на день пути и тут же снимается с места. К зиме я домой уже не вернусь. Я остановился в деревеньке у озера под названием Светлояр. Наслушавшись речей пророка, ее жители отказали мне в приюте. Пришлось заночевать на берегу озера. Какой-то юнец с иконкой пророка на груди попытался убить меня во сне. Пришлось показать на его примере, что ждет таких нечестивцев. После этого люди стали злобно коситься в мою сторону и плеваться, когда я прохожу мимо. Нужно скорее уходить. Безумие пророка расползается подобно заразе. Яков, я иду в город. Что меня там ждет? Наши не спускались туда уже несколько столетий. С тех пор, как замуровали вход. Но там должно быть безопасно. По крайней мере, пока не минуешь планетарий. Он был частью обсерватории? Да, его построили мои астрономы. До того, как бессмертные погребли старый город подо льдом. Он откроет тебе вход в Китиш. Невероятно. Посмотрим, как работает эта штука. Похоже, нужно потянуть за это.
Нужно найти правильное положение.